друзья, нас пригласили на соревнования по настольному хоккею, которые проходили в нашем городе. Мы познакомились с сильнейшими игроками из Астаны, Алматы, Караганды. А честь Шымкента защищали воспитанники детских домов, потому что на сегодня они самые сильнейшие игроки. Благотворительный фонд Турисбекова подарил детям эту замечательную игру, и она сразу стала любимой настольной игрой для ребят. За 2 года наши друзья из детских домов выучили все комбинации и тонкости этой игры, и теперь с честью представляют наш город на всех казахстанских турнирах. Многие думают, что научиться играть в настольный хоккей можно очень быстро, но мы убедились, что это не так. Детская редакция узнала, чтобы играть на среднем уровне, необходимо минимум 2 года, при условии, что вы постоянно будете участвовать в различных турнирах. Сегодня самыми сильнейшими игроками на планете являются россияне, шведы, финны. Казахстан пока в мировом рейтинге на 14 месте. Но мы верим, что наши друзья проявят упорство, трудолюбие и вскоре достойно будут представлять нашу страну на международной арене. А детская редакция «Час без родителей» желает, чтобы хоккейные голы забивались только в ворота противника.